Здравствуйте, сегодня будем готовить молочный кисель. Это очень вкусное блюдо для деток. По вкусу он напоминает пломбир, мороженое. Для этого нам понадобится литр молока, 2 столовые ложки с горкой крахмала, можно кукурузный, можно картофельный, сахар и ванилин. Приступим. Выливаем молоко в кастрюльку. Выливаем не полностью. Оставляем чуть-чуть, чтобы нам развести крахмал. Вот так, около стакана оставляем. Все, доводим молоко до кипения. На небольшом огне, постоянно помешивая. И в это молоко, что осталось, вводим 2 вот такие с большой горкой столовых ложек крахмала. Кисель у нас будет густой, наподобие желе. Но такой даже как типа крема будет. Сюда же вводим 4 столовые ложки сахара. Раз. Два. Три. Четыре. И ванилин капаем. Пару капелек. Все это размешаем. И ждем закипания молока. Когда молоко закипит, убавляем огонь и будем тонкой струйкой вливать сведенный крахмал в молоке с сахаром, с ванилином. Все так разлили. Ждем, когда закипит молоко. Вот молоко у нас уже закипело. Газ уменьшим. То, что у нас в черпачке перемешиваем, так как крахмал уже осел, пока оно закипало молоко. Перемешиваем. Так, быстро-быстро перемешиваем, чтобы не успело сесть. И тоненькой струйкой вливаем. Тоже мешаем кастрюльки, чтобы не было комочков. Все мешаем, ждем, когда оно загустеет. Он будет по чуть-чуть булькать, должно быть густое. Мешаем, стараемся хорошо по дну, чтобы не пригорело и не слиплись комочки. Потому что если пригорит, уже вкус будет невкусный. Вот оно уже булькает, оно уже закипает. Можно выключать. Я подготовила уже блюдо, тарелочки. И сейчас будем разливать. Разливаем по тарелочкам. Вкусно пахнет, вкус мороженого. Едят его не горячим, остывшим. Можно поставить в холодильник, а можно при комнатной температуре, так как маленьким деткам, чтобы не холодное. Его любят и взрослые, и детки. Все, вот такая красота, вкуснота. Можно подавать с любыми перетертыми вкусными ягодами, какие ваши детки любят. Можно посыпать какао или тертым шоколадом. Можно кушать и так. Приятного аппетита. Попробуйте, это очень вкусно.